Всем привет, с вами Мэтт Мёд, и мы проходим Beyond the Black Hole 6 левел. Чтобы его пройти, как вы видите, здесь вот есть вот такая вот электрическая фигня. И есть собачка, она должна нажать на кнопочку. Для этого нам быстро надо перенести вот эти электрические фигни через собачку, пока она бежит. Блин. Так, первое. Блин, о, нажали, все. Так, есть теперь мячик, и мы играем в баскетбол. Ну, первый мяч можно закинуть вообще, не используя вот эту вот фигню. Блин. Черт. Сразу говорю, где тут синяя звездочка, я не знаю. Что-то я смотрел, так и не понял. Второе можно закинуть, ну, как-то... У меня получалось закинуть как-то вот так вот. Вот. И третье мы закидываем. Ну, как-нибудь вот так. Блин. Третье кольцо. Так. Да, блин. Черт, не получается. Вот так. Блин, ну почти. Опять. Еще немножко оставалось. Ну что ж такое? До этого у меня получилось с первого раза, до того, когда я проходил без видеозаписи. Блин. Ну, сраный мяч. Давай закидывайся. Вот, ну почти же. Почему так не засчитать? Да твою мать. Мы настолько близки уже который раз. Черта. Фак. Опять он прокатился поверху. Да ну блин. О, ну наконец-то. Так, ну по идее, вот эта звездочка. Берем ее. И давайте попробуем, может, синюю найти. Вот тут есть такой человечек, который улыбается. Ну-ка, и вот куда этот мяч можно закинуть? О, нет. Короче. С вами был Мэтт Мёд, мы проходим последний уровень Beyond the Black Hole. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч.